Доброе утро, друзья. Доброе утро, мои хорошие. Ну что, я уже готова. Сейчас. Да, buenos días. Еду я в больницу, друзья. Я не знаю, какой это дубль по счету. Вот, вчера я опять не прокапалась, потому что сейчас в нашей клинике сделали, значит, поставили были новую программу. Раньше мы делали авторизацию сами, вот, а сейчас, вот, а сейчас, значит, то есть врач дает запрос, вот, и подтверждает, приходит подтверждение авторизации, и ты идешь капаться. Вот, и этот, так, постою 2 минуты, потому что вызвала такси, специально вышла пораньше, чтобы с вами поболтать. Вот, и я вчера, в общем, мне же сказали на вчера, я приезжаю, а моя авторизация до сих пор не готова. Говорит, извините, пожалуйста, ну вот, это типа не наша вина, это все офисы, начальство. Вот, вот такая, вот такие сейчас требования. Вы знаете, вот, звонили мы потом в этот офис, думали их поторопить, но ничего тут не сделаешь, выше головы не прыгнешь, демократии и ничего с этим не поделать. Вы знаете, я так расстроилась, и прям вообще еле себя взяла уже в руки, потому что очень сложно. Настраивалась на понедельник, ночь не спала, трусилась, не прошла. На вторник ночь не спишь, трусишься все время на нервах, не прошла. Ну, короче, это очень эмоционально, очень тяжело. Вот. Ну, надеюсь на то, что сегодня все пройдет. Я уже на такси выездила больше, чем... Так, мое такси. Мое такси приехало сейчас, друзья. Будем с вами ехать. Моя мамулечка стоит наверху. Hola. Sí. Клиника Perpetua Socorro, entrada principal. Вот, все, сейчас мы... Ладно, потом выйду и уже с вами тогда поговорю спокойно. Так, все, друзья, вот приехала. Сегодня такие пробки, мало того, что машина такая, как шарпак, дергала, все трусится, так еще и... Сегодня, наверное, такая цена была на такси, как никогда. 15,75, нифига себе, по-моему, было 3,70, ой, 13,70, самое дороже такие. Вот, возмущалась. Все, ребятушки, иду. А, так я вам недорассказала, вчера вам ничего не снимала, ничего не говорила, потому что если я настолько, я пришла домой, я все, практически все это время спала. Мне так тошнило, мне так было плохо, у меня давление опустилось, было 105 на 56. Вот. В общем, эмоционально я, видно, уже выгорела. Просто кошмар какой-то. Так, я посмотрю. Ай, моя солнышко. Так, все, моя подружка пришла, я ухожу. Так, друзья, ну что, меня уже подключили. Теперь могу с вами попробовать поговорить спокойно. Правда, людей полно, только достала камеру. Все смотрят. Ну что, свою химиотерапию я начала только, как видите, сегодня. Вчера у меня опять не получилось, потому что началось все здесь по-дурному. В общем, они поменяли систему, отсоединили онкологию, в общем, по-другому там.
В общем, нужно было делать авторизацию. А авторизацию должен был сделать именно не клиника, а офис. И они не могли подтвердить. Вот. Так что опять вчера не прокапалось, и вот подключили только сегодня. Не знаю, с чем это связано, уже боюсь что-то говорить лишний раз, но естественно, что с первого раза никто мне в порт опять не попал. Тыкала, хотя она вот Хуанита, вот эта вот, которая подключает женщина, она просто неимоверная. Лучше нее, наверное, кровь с моими венами никто не берет. Ну, что-то, короче, были какие-то сложности. Ну, то все мелочи жизни. Так, сейчас. Вот я уже начала капать, уже подключили таксол, уже какие-то там две бутылочки чего-то откапали. Ну, 5 часов, в общем, займет вся эта моя процедура. Ой, то приходила, только совсем недавно вам снимала и говорила, да, что все до дрожи. Ну, а теперь... Чего боялась, к тому и вернулась. Вот, сегодня еще сложно тем, что я не знаю, что капают этим мужчинам, но они без конца бегают каждые там 5 минут, и рвота такая вот, бэкают, эмоционально очень сложно с этим смириться. Вот. Что вот такие вот дела, друзья. Вчера же, говорю, ничего не сообщала, ни вам ничего не писала, потому что было очень плохо. Я себя очень-очень плохо чувствовала, давление падало, все крутилось, увертелось. Я практически все время спала. Вот так вот. Мне уже принесли еду. Все как всегда, сок, водичку. И бутерброд с тунцом. Ну, можно было на выбор взять или с хамоном, или с тунцом. Но обычно я беру всегда с тунцом. Вот. Спасибо вам всем огромное за поддержку, за добрые, за теплые слова. Спасибо, что вы со мной. Не теряйте меня, потому что, ну, завтра, не знаю, в общем, не буду программировать, вот как было в прошлый раз, так и будет этот раз. Хотелось бы, конечно, надеяться на то, что будет все хорошо. Пару слов хотела еще сказать по поводу того, что... По поводу того, что почему у тебя препарат от рвоты вот оттуда, а не оттуда. Друзья, препарат точно такой же, какой приехал здесь, точно такой же можно купить. Но если уже в коробке ехал комплекс, то уже приехало и так. Вот. И... Мне тоже выписал врач. Сейчас. Матилиум он мне выписал, но я его уже купила, да. Он приехал здесь тоже. И дезакор. Вот он тоже этот выписал. Это как противовоспалительный. Какой-то Ятрекс, но я не знаю, что. И какой-то новый, не знаю, что это такое. Вот. Ставлю вам сюда, обещала, девочки спрашивали, что будут капать. Вот, вставлю, покажу вам.
какое у меня течет здоровье по венам. Так вот, друзья, все, не прощаюсь с вами. Вот, посмотрим, как что оно будет. В общем, по возможности буду выходить. И огромное-огромное вам спасибо. Очень много у меня добрых, открытых людей. И это придает силу. Я вас обнимаю и всем хорошего дня. Все будет хорошо.